Я взял в кредит 1 000 000 рублей, чтобы сделать 100% ставку и сказочно разбогатеть. Для этого я начал эксклюзивное расследование о том, как победить букмекера. Моя цель – беспроигрышная ставка. Только что я выиграл 1 000 000 долларов. Я на вершине успеха, и знаешь, тут классно. Я целый год знакомился с теми, кто знает, как зарабатывать на ставках. А они обычно об этом никому не рассказывают. Я смог найти их и разговорить, и изучил все способы обыграть контору. Как правильно делать ставки? Математика вам в помощь. Звучит очень красиво, но ничего не понятно. Это то же самое, что казино, но только которое ты не проигрываешь все время, а которое все время дает тебе. Вообще-то речь о семизначных суммах. Я много лет проигрывал все, что можно, прежде чем начал выигрывать. Встал в день, было там и 30, и 40. Я понимал, что мне хочется просто исчезнуть из этого мира, и тем самым проблемы все будут решены. Но ты что, правда подумал, что я буду говорить об этом всем с открытым лицом? Мне нужен прикид, как у тебя, чтобы заходить к букмекерам, которым мне вход воспрещен.